Запорожский регион – колыбель украинской культуры и государственности. Веками запорожцы боролись за право свободно жить на родной земле. Золотыми буквами вписаны в истории Украины имена славных предков – Северина Наливайка, Петра Сагайдачного, Ивана Серко, Дмитрия Вишневецкого. Здесь, в сердце Украины, в 1648 году Богдан Хмельницкий начал освободительную войну украинского народа против польских поработителей. Основанная на Хортице Запорожская Січ стала первой украинской державой. В горниле истории, в сражениях и битвах ковался настоящий запорожский характер. Но не только традициями казацкой вольницы славен наш край. Не меньше, чем воина, всегда уважали на Запорожье и человека труда. Запорожский край – родина передовых методов сельскохозяйственного и промышленного производства в царской России XIX века. Запорожье – центр плана электрификации и индустриализации молодого советского государства в XX веке. Флагманы промышленности «Днепрогэс» и «Запорожсталь», «Днепроспецсталь» и «Коммунар» стали известны всему миру. Невозможно переоценить вклад запорожцев в экономическое развитие страны. Трудом тысяч людей некогда бескрайние степи Дикого Поля стали регионом с мощным промышленным и сельскохозяйственным потенциалом. Менялся государственный строй, но не менялся запорожский характер. Два десятилетия назад Украина определила свой исторический путь. Нация начала строить новое государство на идеалах независимости и демократии. Становление новой Украины не было простым и быстрым. Экономика и социальная сфера требовали коренных преобразований. Остро нуждалась в реформировании и политическая система. На передний план украинской политики решительно выходили новые политические силы. 26 октября 1997 года состоялся учредительный съезд партии регионального возрождения Украины. Новая партия стала основой союза наиболее конструктивных и прогрессивных политических сил молодой страны. 3 марта 2001 года партия регионального возрождения Украины была переименована в партию регионов. Сильные регионы, сильная Украина. Этот программный принцип стал центральной идеей новой политической силы. Почти сразу партия регионов заявила о себе как о самом массовом и мощном политическом объединении Украины. В то время как другие партии то появлялись, то исчезали с политической арены, идеи партии регионов находили отклик в сердцах все большего числа украинцев. В том же 2001 году началась история и Запорожской областной партийной организации. Всего за месяц в ряды партии вступило больше 1000 человек, а уже через год партийные билеты имели 16 тысяч запорожцев. Идеи регионального патриотизма, возрождения и возвращения достойного статуса запорожского региона подхватили промышленники и ученые, деятели культуры, рабочие и труженики села. Все, кому не безразличен сегодняшний и завтрашний день родного края. 2004 год. Год выборов президента Украины. Знаковое событие для Запорожья. Ведь именно здесь, 4 июля 2004 года, состоялся 6-й съезд партии регионов, на котором Виктор Янукович был выдвинут как единый кандидат в президенты от регионалов. Тогда в ходе президентских выборов более 70% запорожцев проголосовали за это решение. По итогам выборов победу должен был одержать кандидат от партии регионов. Но несмотря на волеизъявление народа, оппозиция путем дестабилизации ситуации с помощью внешних сил и заготовленных технологий продавила своего кандидата. Президентом Украины стал Виктор Ющенко. В стране наступил так называемый оранжевый или помаранчевый период. Этот период 2005-2010 годов стал временем серьезных испытаний для партии, но регионалы выстояли, став действенной оппозицией оранжевой власти и развернув активную общественно-политическую работу. Если на площадях собирается такое количество людей, значит, это нужно обществу, это нужно стране, это нужно демократии. Неоднократно регионалы делали ряд важных и конструктивных предложений, но оранжевые не слышали их. Прошлая власть не смогла обеспечить стабильность и развитие государства, а лишь еще больше обострила негативные процессы. Сегодня Запорожье так и не может разобраться. Так кто керует областью? Сині, білі, червоні, помаранчеві, які? Дилетантство, популизм, отсутствие крепкой вертикали власти, уход от ответственности, ошибки, нелогичные, а порой и антинародные решения оранжевых помешали Украине встретить и достойно отразить удар мирового кризиса. Инфляция, развал производства, волна кредитных самоубийств, сокращение рабочих мест, невыплата заработных плат – таков печальный итог этого периода. Даже в этих условиях предложенная регионалами антикризисная программа была решительно отвергнута оранжевыми вождями. Народ слышал лишь только обещания. 3-4 месяца, и световая криза завершается. 3-4 месяца, и мы стоим уже, как страна, на надежные экономичные ноги. Экономика слабела, жизнь украинцев ухудшалась, страну сотрясали политические скандалы. В конце 2000-х Украина оказалась в тяжелом положении. Уровень народного доверия к помаранчевым рухнул. Кто-то должен был взять на себя ответственность и встать у руля государства в этот сложный период. 2010.
В Украине год новых президентских выборов. Украинцы, уставшие от дилетантства политических шоуменов, проголосовали за здравый смысл и избрали президентом Украины лидера партии региона. В реализации своей политики новоизбранный президент мог положиться на собственную партийную команду, которая создавалась в стране много лет. Запорожский регион не был исключением. Здесь за более чем 10 лет существования областная организация партий регионов окрепла и стала мощной силой. Местные выборы 2010 года стали очередным экзаменом для партии. По их итогам запорожские регионалы сформировали большинство в областном совете, в районных и практически во всех городских советах. Страна и область впервые получили ответственную и профессиональную команду политиков с ясной и понятной стратегией. От самого президента до глав райадминистрации на местах лишь сильная вертикаль власти была способна действовать эффективно в сложных социально-экономических условиях. Предстояла колоссальная работа по преодолению кризисных явлений. За короткий срок их удалось не только остановить, но и начать масштабное преобразование ключевых социально-экономических сфер государства. Президентская программа «Украина для людей» начала реализовываться. Консолидация всех ветвей власти, системные управленческие решения и реформы давали результаты. Не словом, а делом. Таким принципом руководствовались регионалы в своей ежедневной работе. После президентских выборов 2010 года регион сразу ощутил благотворность изменений. Благодаря слаженной работе президента и его представителей на местах, негативные процессы были остановлены. И главное, ситуация стабилизировалась. Уже в 2010-м в Запорожском регионе ускорились темпы социально-экономического развития. Выросли показатели среднего уровня дохода населения. Началась ликвидация задолженности по заработной плате на проблемных предприятиях региона. Улучшились показатели области по производству сельскохозяйственной продукции. Сотни тысяч жителей получили повышенные пенсии и адресные социальные выплаты. Значительно увеличились объемы товарного экспорта. Запорожская область вышла в число лидеров страны по уборке урожая. В 2010 году был запущен «Небулон» — современный терминал по перегрузке и транспортировке собранных с полей культур. Началось бюджетное финансирование ремонтов и реконструкций важнейших лечебных учреждений области и программ по лечению больных диабетом, СПИДом, онкологическими заболеваниями. Были выделены значительные средства на охрану природных ресурсов и экологические мероприятия. Началась работа по реализации государственной программы развития национального заповедника «Хортица» — сокровищницы Запорожского края. Тысячи ветеранов Великой Отечественной войны получили материальную помощь и прошли бесплатное оздоровление. В 2011 году Запорожский регион сохранил динамику и продолжил демонстрировать рост основных социально-экономических показателей. Увеличились темпы производства на промышленных предприятиях и объемы валовой продукции в аграрном секторе. Вырос средний уровень заработной платы. В области сократилось количество зарегистрированных безработных и были созданы тысячи новых рабочих мест. Значительно активизировалась работа по привлечению инвесторов в экономику региона. Запорожский регион «Регион развития». Сегодня это главная линия курса местных регионалов. Комплекс социально-экономических проблем, которых еще немало в регионе, требует системной работы профессионалов, работающих командно и ежедневно занимающихся реальными делами. Не просто так партию регионов часто называют «партией реальных дел». Сегодня Запорожская областная государственная администрация определила ключевые приоритеты в развитии региона. Цель этой программы – повысить качество жизни людей и реализовать в Запорожской области масштабные социально-экономические проекты. Инновации затрагивают ключевые сферы жизнедеятельности в регионе. Реальный сектор экономики, продовольственную безопасность, агропромышленный комплекс, энергосбережение, жилищно-коммунальное хозяйство, инвестиции, бизнес, культуру, туризм, экологию. Отдельной задачей областная власть также определила жесткий контроль за наполнением бюджета и расходованием средств. Запорожская область всегда считалась донорским регионом, который отдавал все заработанное в центральный бюджет и не рассчитывал на взаимность. Сегодня, впервые за много лет, регион расстался с имиджем бедного родственника, вечно обделенного при распределении государственных дотаций. В 2012 году принцип бюджетной справедливости был реализован на практике. Запорожская область получила серьезные вливания из государственного бюджета, благодаря чему областная программа развития приоритетных направлений начала действовать. Регион получил мощный импульс для движения вперед. В 2012 Запорожская область получила из бюджета страны небывалую сумму – 507 миллионов гривен, что в 4 раза превысило объемы финансирования прошлых лет. Согласованность интересов края и центральной власти, взаимопонимание на уровне областной власти и местного депутатского корпуса, поддержка со стороны Запорожского блока народных депутатов в парламенте – все это и позволило сегодня запустить комплексный процесс по региональному возрождению и развитию. В настоящее время в районах Запорожской области идет активная работа по газификации. Ремонтируются устаревшие и прокладываются новые линии водоснабжения. Развивается транспортная инфраструктура. Ремонтируются существующие и закладываются новые дороги. В 2012 году регионалы твердо
намерены выполнить задачу по запуску первой очереди мостов через Днепр в областном центре края. Эта работа сдвинулась с мертвой точки и значительно активизировалась именно сегодня, благодаря пониманию в центре проблем региона. Скорейший запуск мостовых переходов – стратегический вопрос. Его решение позволит снять серьезную транспортную нагрузку с областного центра. В Запорожской области ведется реконструкция и капитальный ремонт десятков школ. Активно обновляется школьный автопарк. Приоритетом номер один областная власть считает здоровье жителей региона. В 2012 году была завершена масштабная реконструкция ряда важнейших лечебных учреждений областного значения, а особо важным стало окончание работ на детских медицинских объектах. Также еще целый ряд медицинских учреждений в районах области сегодня находятся на стадии капитальной реконструкции. Думая о будущем, регионалы не забывают о прошлом. По всей Запорожской области восстановлены и приведены в порядок памятники героям Великой войны. Активно поддерживаются массовые спортивные и культурные мероприятия. Регион успешно борется за право проведения масштабных событий высокого уровня, уверенно доказывая лидерство запорожцев. Сегодня в Запорожской области идет интенсивная работа по реконструкции значимых культурных объектов, как областного, так и районного уровней. В планах областной власти обновленные объекты сдать точно в срок. В Запорожской области благоустраиваются парки и скверы, устанавливаются новые детские площадки, приводятся в порядок общественные места, территории городов и районных центров. Улучшить качество жизни простых людей – одна из приоритетных задач, решаемая сегодня региональной властью. Поле особого внимания – экологические проблемы региона. На промышленных гигантах областного центра внедряются современные очистные комплексы экологической безопасности. В районах области реконструируются и строятся очистные сооружения, полигоны твердых бытовых отходов. Стратегическая цель – создать безопасный и экологически чистый регион. Многое сделано, но еще больше нужно сделать. 2012 год стал переломным для региона. Запорожская область перешла из стадии стабилизации в стадию устойчивого развития. Пенсию немножко подняли. Детские площадки сделали, путевки выдают детям. Вот улучшились участки дороги, пенсия добавилась, хлеб стал социальный, продажи. Это делается и Мелитопольское шоссе. Главное, что это делается правильно. И, конечно, здесь нужно отдать должное сегодняшней власти. Много лет никто ничего там толком не делал. Очень много и заметные перемены. Видите, какая у нас красивая площадь теперь стала. Очень много дорог, которые отремонтированы. Очень много построено площадок во дворах детских, чего раньше не было абсолютно. Сохранить и усилить заданный импульс – сегодня это стало философией и главной целью региональной власти. Важнейшим фактором успеха в этом является наличие крепкого депутатского блока от региона в парламенте страны. Примеры лидирующих регионов Украины – Днепропетровщины, Донбасса, Львовщины – доказывают этот аргумент. Все они сильны именно собственными депутатскими группами, отстаивающими интересы своих областей в центре. Сильные команды народных депутатов в парламенте Украины позволяют им сохранять лидерство, развиваться и постоянно улучшать социально-экономические показатели своих регионов. Региональный патриотизм, реальные дела, курс на стабильность и развитие – вот основные составляющие благополучия края. Сильный депутатский блок в Верховном Совете – это залог дальнейшего развития региона и последовательность в начатых процессах по региональному возрождению. 28 октября 2012 года в Украине состоятся выборы народных депутатов. Насколько важным является формирование единой депутатской группы от региона в парламенте страны для того, чтобы продолжить начатые процессы, закрепить успех, усилить вектор развития и обеспечить каждому жителю Запорожской области достойный уровень жизни, необходим сильный и сплоченный депутатский блок. Это залог успеха завтра. 21 августа 2012 года на форуме Запорожской областной организации партии регионов была представлена единая команда кандидатов в народные депутаты Украины от Запорожской области. Ни на одной территории Украины не было такой согласованности, четкости и ясности при выдвижении наших кандидатов. Ни один из наших кандидатов не является новичком в политике, в экономике. Это люди, которые сохранят и приумножат все наработанное этим великим Запорожским краем. Каждый из них – крепкий профессионал, имеющий большой опыт реальных дел, знающий и понимающий проблемы своего района и округа, пользующийся серьезным авторитетом среди избирателей и однопартийцев. Самое главное – все они объединены единой и ясной целью – защитить интересы родного края. Наша задача – сплотиться возле каждого кандидата, возле каждого избирателя. Каждое наше обещание –
должно быть выполнено. Каждое наше обязательство должно быть реализовано. Программа и цели регионалов наиболее понятны и близки простому жителю. Доказательством этому являются многолетнее неоспоримое лидерство партии регионов Запорожской области. Она – самая массовая и авторитетная политическая сила Запорожского региона. Сегодня в Запорожской областной организации партии регионов насчитывается свыше 57 тысяч членов партии и 1153 первичных партийных организаций. По оценкам экспертов, в Запорожской области живут свыше 600 тысяч сторонников партии. Сегодня в парламенте нынешнего созыва интересы Запорожской области представляют 6 народных депутатов от партии региона. Именно благодаря их влиянию, работе и поддержке Запорожской области удалось добиться сегодняшних результатов. Задача на завтра – сохранить преемственность и усилить депутатскую группу от Запорожской области, чтобы защищать интересы края в центре. С этим каждый из кандидатов от партии сегодня и идет на парламентские выборы. С этим они и обращаются к своему избирателю. С этим они вместе идут побеждать. Необходимо будет сформировать эффективную Верховную Раду, которая поможет правительству совершить реформы, которые запланированы. Мы за эти годы добились самого невероятного. Мы стабилизировали экономику. Мы многое успели сделать, но и много нужно сделать в будущем. Каждому из наших депутатов-мажоритарщиков доверяет президент Украины. Вы и мы, ваша команда, не имеем права не оправдать этого доверия. Я иду на выборы для того, чтобы підтримувати сільського виробника. Я хочу, щоб продовольча безпека, як стабільність в державі, була забезпечена. Запорожська команда дуже сильна. Це люди-професіонали. Это люди, знающие свое дело, это люди-политики, это люди, которые идут работать. Иду в Верховный Совет для того, чтобы восстановить финансовую справедливость для моего края. Добиться дороги, газ, вода, свет, крыши. Наша главная задача – сделать Запорожский край регионом-лидером, чтобы каждый житель Запорожской области увидел реальные результаты нашей работы в парламенте. От нашего Запорожского края формируется серьезная группа профессионалов, которые смогут многое изменить. Запорожец звучит очень гордо. И отстаивать сегодня интересы и право запорожцев в парламенте необходимо. Эта команда будет той командой, которая будет защищать интересы региона, стоять на его границах, на его кордонах и работать на благо нашего запорожского региона. Наши люди труда в Запорожье должны и обязаны получить поддержку государства на законодательном уровне Верховной Рады.